Ну а что касается эпизоотической ситуации, здесь все стабильно. Чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, ветеринары продолжают вакцинацию животных. Против сибирской язвы в республике привито более 500 тысяч животных. 350 тысяч вакцин ветеринары предусмотрели для профилактики бешенства. Также в Чувашии сняли карантин по африканской чуме свиней. Зараженные территории находятся под контролем специалистов. Для контроля эпизоотической ситуации по африканской чуме на территории республики проводятся мониторинговые исследования. Также проводятся мероприятия по сокращению бродячих животных органами местного самоуправления. Вот если взять за прошлый год, было отловлено более 3000 собак и кошек. Также добыто более 1200 лисиц. Эта работа постоянно проводится. Органы местного самоуправления с пониманием относятся к данной проблеме. Глава республики поручил наладить и контроль за продукцией, поступающей на прилавки. В предпасхальную неделю началась массовая торговля птицей и яйцами. Особое внимание ветеринары должны обратить на продукцию хозяйств из регионов, где сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация.